продолжался чемпионат Республики Адыгея по футболу среди любительских команд, посвященного столетию государственности Республики Адыгея. Так, в среду 13 июля состоялся матч в рамках 4-го тура между командой сборной Кашхабльского района против команды Асбир города Адыгейск. Счет матча 2-3 в пользу команды «Асбир». На данный момент команда Кашхабльского района идет на первом месте в турнирной таблице после 4 туров. 3 победы, 1 поражение. Следующий матч будет проведен в воскресенье 17 июля против команды Тахтамукайского района в 16:00 на центральном стадионе аула Кашхабль. Первый тур чемпионата прошел против команды Гягинского района, где наша команда одержала победу со счетом 1-9. Другие две игры были с Тиучешским районом и Шевгеновским. В обоих матчах счет 3-0 в пользу команды Кашхабльского района. Главным тренером команды является Жане Азамат Исмаилович.